Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст номер 12. Я сейчас нахожусь в Англии, в городе Плимут. Плимут находится на юго-западе Англии. Мне кажется, что между англичанами и русскими есть много общего. И сегодня я хочу вам рассказать об этом. Если вам нравятся мои подкасты, подкасты, а также мои статьи, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Вперед, пошли! Первое, что мне кажется очень похоже между Плимутом, где я сейчас нахожусь, и моим родным городом, Северодвинском, это море. Потому что в Северодвинске, где я родилась, есть Белое море. Море очень важно в жизни людей. И здесь тоже, смотрите, есть море. И что самое интересное, это то, что в моем родном городе делают подводные лодки, и в Плимуте тоже здесь работают с подводными лодками, а также с яхтами. Мне кажется, это очень красиво. Я тоже очень люблю море и все, что с ним связано. А теперь мы с вами пойдем кушать пасти. Пасти – это такие английские пирожки. Вперед, пошли! Дорогие друзья, вы знаете, что в России у нас есть пирожки. А в Англии, здесь мы находимся недалеко от региона Корнуэлл, у них тоже есть свои пирожки. А, горячо. Вы видите, это называется пасти, и это такие английские пирожки. Я почитала, что изначально их ели шахтеры. Шахтеры – это люди, которые работают в шахте, потому что они могли взять их вот так, и потом, когда они их съедали, вот эта часть оставалась в руках, у них были грязные руки, и они могли их выбросить. Дорогие друзья, извините, но это выглядит очень аппетитно, поэтому сейчас я буду это есть. Что еще общего между Россией и Англией? Конечно же, это чай. И в Англии, и в России мы очень любим пить чай. Кстати, в этом месте вы можете заказать целую пинту английского чая. Друзья, если вам нравятся мои подкасты и статьи, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в клуб «Русская дача». Ну все, пока-пока!